Приветули, красотули. Я до сих пор провожу Elden... Ой, блядь, провожу, прохожу Elden Ring, блядь, прошло уже больше... Блядь. Прошло уже, блядь, больше месяца. С того момента, как он вышел, я до сих пор его не прошел. Как так вышло? Ебать, как громко. Так. На чем мы остановились? Непонятно. Неизвестно. А, мы убивали дурочку. Как я это раньше делал? Ебать. Какого хуя? Надо ебать. Так. Так, я убивал Маленью и не убил. Поэтому. Сначала я помню, я не убил еще этого деда. Ой, деда, блядь. Дерево это ебаное. Плешивое. Блядь, ты что с проводом? Оно мне мешает. Это лучше. Вот это ебаное дерево невозможно убить. Так, тут надо поменять. Так, и надо. Снадобье тоже поменять. Ос на грани смерти. Последовательные атаки. Больше не преобразую. Так, мне нужно как-то от этих двух рыцарей избавиться. Но как? Сучий рот. Да ёбаный. Я перепрыгнул атаку. Да ты оху... Ой, бля, я теперь понял, почему я до сих пор не убил его, блядь. Они, блядь, со щитами еще, блядь, и хилятся. Ну, кайфуем, блядь.
Ой, блядь. Как их убить? Нужно, чтобы вот этот чел загрелся. Или нет? Это ни в кого стреляют. Как понять? А, они в дерево стреляют. Ну охуенно, и как я... Что за бред, Пощадите. Да стреляйте быстрее, пиздец. Охуенно. Класс нереальный. Ну и что мне с ними делать? Почему он их не думал? Да иди нахуй, блядь, со своим уколом. Ёбаные неписи. Класс. Еще эти... А, у меня ХП кончилось. Понимаю. О, блядь. Блять, фляг нету. А кто? А. А, блять. Да за что, блять?
Охуенно. Ну нахуй ты за мной лезешь? Бать, это тупо мне. Ну, блядь! Охуевшая морда, блядь. Ну, я вообще в ахуе. Да и... Ну и место, блядь. Охуенно. Да ты уебан! Пилишься? Что у меня с мышкой? Она не работает. Сейчас хилиться будет. У меня мышка лагает. Что за хуйня? За что, блядь? Так, а теперь тык-тык-тык-тык-тык. В кого не стреляю. Награда. Обсуждаем. Руна повелителя. Помните. Залупа, короче, какая-то. Так, теперь моление. Попробую. Пару трайф и пойду побегу куда-нибудь нахуй. Если не убью.
Так, для того, чтобы ее убить, надо вот это. Почему-то ноль. Надо мясо. Создать мясо. Вот так. Я попробую без щита. Ебёшь. Я бужу. Давай, мразь. Моя очередь. Не моя. Может, дугу завязать? Да нахуй. Но урон у него, конечно, блядь. Ебейший. Ебать, я чуть не умер. Да как драться-то, блядь? Почему задержка на кла... Что с мышкой?
Ая в моление. Блейд оп, сука. Не, со щитом ее невозможно пройти, это точно. Может, с топором ее можно пройти? С топором я не проверял. Сейчас заценим. Рофл какой-то. С топором тут вообще нехуй делать. Так, ну что я предлагаю? Предлагают от нее морозиться просто. Предлагаю просто уклоняться, ждать момента и бить. То есть играть осторожно очень. Давай, сука, ебаная тварь, падла. Давай, блядь, нападай. Да ёбаный в рот! Я могу щит одеть. Не могу. Да блять. Да хватит хилиться, блядь. О, блядь, ну и сука ебаная, конечно, она. Охуенно. Опять. Ебать, я, у нее опять почти фул хп. Ебать, вот это файт, однако. Гениальный.
Блять, тут надо эту. Опять? Не, я не могу с ним драться, я не хочу. Успел. Так быстро. У меня хп нет больше. Чё скажешь? Не хочу, короче, с ним. Да что с проводом, сука? Погнали в пизду, я не знаю. Бля, где? Пиздец. Да какой нахуй отключение? Ты что? Ебан. Так, го убивать, блядь, ночных боссов. Пизду.
Я знаю, где есть пара десятков. Но не десятков. Где парочка есть, точно знаю. Ты не здесь? Блять, тогда походу не знаю. Огненная колесница. Блять, 11 000. Что за заметка? Блять, да я это знаю. Я наебал, получается. Не, походу я не знаю где. По-моему, вот здесь. Баран? А нахуй ты меня бьешь? Достойный дэмэдж.
Так, дальше. Вот здесь где-то конь есть, где дракона я убил, но где я дракона убил, я, блядь, даже понятия нахуй не имею. Не, сейчас вспомню. Не, не вспомню, походу. Или вспомню. Ну где я дракона убивал, блядь? Где это было? Я хуй вспомнишь вообще. Тут рядом еще один костер. Даже не активированный. Я себе прикол. Истощающий кулак. Не здесь я с драконом дрался сразу. Вроде нет. По-моему, вот здесь вы где-то. Или нет? Блять, попробуй сейчас вспомни, нахуй. Блять, ну это точно не здесь. Блять, там рядом с драконом был костер. Где он? Что это за костер? О, блядь. Где дракона убивал? Ебать, вот это загадка, нахуй. Ладно, го, пробежимся.
А я их не убил разве? Или это уже другие? Эти костров проебал, конечно. Ебать. Бля, где с драконом дрался? Я ебу, что ли? Бля, по-любому где-нибудь здесь. Я тут два костра, блядь, рядом. Бля, он точно был на дороге где-то. Не вот здесь? По-моему, здесь. А вон он, блядь. Чертила ебаная. Ща пизды получит. Куда ты, сына? Хуя ты Так, еще один.
здесь вот где-то внизу. Сейчас ночь. На, вон. Не понял, что это. Тут хуй знает, есть ли вообще где-то ночной или кто-то. Возможно, вот здесь где-то есть ночной босс. Вот тут тоже где-то есть ночной. По-моему, вот здесь в замке есть ночной босс. По-моему, это Маргот, блядь. Или Маргит, блядь. Или Маркиз. Сейчас ночь? Как узнать, сейчас ночь или нет? А, это не босс, это просто моб. Это nice штука. Так, где тут еще? Где-то должен быть, но где хуй знает. А, точно. Я прочитал про квест с Софией. Только я уже забыл, как он выполняется. Но начать надо так. I know very well. Why don't I return it to them? Good work bringing this to me. Он исчез. И она тоже исчезла. Так, и в теории. Если я все правильно помню, они должны здесь появиться. Или нет? Или там? Thank you.
Кинжал. Бля, я не помню. Я не помню, блядь, где они должны появиться. Так она же умерла, блядь, нет? Как она там опять оказалась? Ну да. Ну тут только ее волк. А где она сама, неизвестно. У нее есть пункт персонализации. Я могу переизменить свое имя. Это раньше нельзя было до английского что-то ввести. Я вообще нихуя не писал, когда я персонаж создавал. О. Блять, почему ты только на русском? Ебать. Ладно. Буду просто Артуром, блять. Ну все, понял. Почему я не мог? Все равно на русском. Как на английском-то, ебать? Ясно. Be not, and I would birth thee. Так, где ты еще должен быть, ночной босс? А, да. Вот здесь вот, по-моему. Или нет? Вот здесь вот, по-моему. Сейчас же ночь. Вроде.
Треугольный щит с парой птиц. О, я вспомнил кое-что. Так, вот здесь где-то щит есть каменный, который я проебал. И тут дохуя лута, который нельзя почему-то забрать. Вот он просто там лежит. Как его забрать? Надо в самый низ спускаться. Типа в самый низ. Блять, куда дальше? Охуенно. Так. Да ебать! Я выжил? Нихуя себе. Тут еще квест какой-то. Какой-то дурочкой связан тоже. Так, чё с... фей? Надо узнать. Забыл, что я помнил, что я не сделал. Походу я опоздал. Finally, it is the stolen Hallowbrand. And now, though I ask you deliver this message, I am Park Round Table. We live in waiting. To what right does anyone have? Our Lord will rise. Давай пока. А тут закрыто. И вот теперь уже можно. Сейчас будет битва с драконидом. Да, вон она сидит. Ah, I knew you would. What is it you to deny us like the dogmatic? You are an odd one. I am the guardian of. They call me a fa. Yet you still.
Have you ever seen a Hallow when the first of the demigods died? His flesh was marked. Godwin's Hallowbrand has since been recovered. But there is another Hallowbrand, and I must fight before the time comes we receive. When Godwin died, a had another exists. And I must fight before the time my hand will you still. This is the other. How did you oh my with this? Godwin can take and claim a second. Illustrious. You are my hour. And though I can't be a can I hold you tight? Ты меня задушишь? I will soon lay and it will show the new life of the Golden Prince as the rune of the Lees. Brandish this child. My stay the persecution of those who live by becoming. I will soon let to conceive brandish must stay the by become. I will to conceive brandish stay the by become. I will to conceive brandish stay the by becoming. Блять, она не снимается. А, надо посидеть у костра. Да быстрее, чел. Время идет. Ебать, она сдохла. Теплее надо было... Тихо. Полжопки. Полжопки засекли. Маньяк, блять. О, блять! Давай, сына. Можно попасть? Немножко хотя бы раз. Да бы ебать! Да дай в ногу прицелись, но это уже не смешно.
Чел, ну ты, блядь, промазал. Ты электрического огня? Дай добить. Драконе лечи. Но это было изи. По сравнению с Маленей, блядь, ты просто сынок, нахуй. Блядь. Ты чё, сдохла? Как же так? Целая руна принца смерти. Что за руна? Баланс 108. Нихуя себе, оно повышает баланс. Так. Руна. Может починить разбитое кольцо Элдена. Понял. Ну, Гочу, тогда куда-то. Раз я Маленью не могу убить. Не, хотя я могу, наверное, ее убить. Просто у меня жопа начинает гореть. С того, как она хилится. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Ебать, она меня убила. Да за что? Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death.
Это что, блядь, столица разъебала так и жестко? А, ну понятно. Новая лок. Опа. Секретный ход сразу. Кузнечный камень 8-1. Оу, так я могу рапиру сразу улучшить. Сейчас до кастрата подойду. Опа. Профессионально. Че внизу? Есть костер? Вообще пизды тут получу. Бля, не хотелось бы, конечно, ладно. Погнали. Я врываюсь. Вам всем пиздец. Мне похуй, кто вы. Это было несложно. Я бы сказал, это даже было изи. Мне... Мой братан. Что делаешь? Меня ждешь, поди, сучара ебаная. На, на. Чисто в воздухе заколол Билыча. Да, блядь. Так, это максимально заточенная рапира получается. Блядь, а чё всё сгорело? Мне сейчас пизды здесь дадут? Нет. Девятые, блядь. Ебать, 12к один камень? Ты уверен, блядь? О, а что случилось? Ты что встал? Take a look around. The round. Don't worry. I'll continue spirit tuning, which is why I need your help. Persuading Master Hugh to leave. His roots are so knotted, he won't last much longer. His shackles are broken. It's high time he put the round. Ты уверена, а кто мне будет оружие улучшать? I knew you by out your arms. Оп. Оп. Блять, я его на плюс 10 улучшил. Блять, ну я дебил. Ну я дебил, конечно, да. Может, его тоже на кровь?
and as long as you do, I will always smith it is what I wish. Достойно. I am a fit. Do as you please. Now you... You'd fall. Шлем королевского рыцаря. Ну, выглядит, конечно... Выглядит как говно, конечно. Как убить Малению, блядь? Сюда сейчас кто-то приземлится и пизды мне даст. У меня вот такое предположение. Чел, ты промазал? Блять, у тебя еще половина хп. Ты че, совсем ёбнутый? Это даже не босс. Просто, блять, моб. Да блять. Блять, я еще и промазал.
Да дай попасть, сука ты ебаная. Охуеть. Драконий кузнечный камень? Да иди нахуй. Это несправедливо. Посередине комнаты еще один лежит. Что-то вы, ребят, конечно, переоценились. А, у меня 0 фласок, ебать, как так вышло. Лифт. Чё, блядь, лифт в бездну? Тут же никого не было. Я вообще, блядь, откуда пришел? Шаман, блядь. Еще один притаился. Где он? Кто, блядь, колдует? Да еб... Ты сука. А. Опять костер. А лифт куда вел? Блять, там еще один дракон.
Нормально. Мне типа надо вот так попрыгать. Там еще один дракон. Не, ну го на лифт тогда. Раз тут костер, и я тут всех убил. Во втором Dark Souls такая же была лок. Ну не такая же, а в смысле там были скалы и драконы, блядь, летали. Нихуя. А я надеялся. Там, я так понимаю, какой-то босс или дракон прилетит. Так кто ржет, блядь? А, это эти чел. Неприятно. А как их выделить? Хорош. Вот так я умру сейчас. Охуенно. Однако. Ждем лифт. Тут долго не побегаешь. Ебать, там какой-то здоровый нахуй червь.
Ну, блядь. Может, их с лука, блядь? А я духу не подобрал. Конечно, да. Мелкий камешек, блядь. Достойная награда. Ебать, он здоровый. Что-то у меня нет желания с ним драться. Блять. За него по-любому что-то дадут. А скорее всего я сдохну. А мелкие за мной бегут. Если че, я же могу с лука его застрелить. В теории. Вообще, как я должен с тремя драться, блядь? Если я даже не могу... О, блядь! Нет, найн! Мне с одним сложно, блядь, а как я с тремя должен? Так, ну го, попробуем, чё. Где мой лук? Почему не плюс 10? Так, это какие-то проклятые челы, наверное, тогда лучше. А, у меня никаких других нет. А это разве не... А, это на это. Давайте с мелких. О, ебать. А где дэмэдж? Блять, они еще и достают до меня.
Ай, блядь. Ебать, попробовал. Охуенно. Вот тест. Ладно. Ну, походу очень много Ебай, братан, ты чего? По балансу бьет, видимо. И мои души там, блять, на какой-то хуйне остались, правильно я понимаю? Вообще охуенно. А где тут пещера какая-то была? А, вот она. А, тут просто собака. Ладно, похуй на души. Не хочу здесь находиться. Я не сомневался. Блять, если бы я еще мог по ноге, блять, нормально прицелиться. Что, блять? Ой, боже. Нет лока, блять, на ноге. Я, блять, у меня 60% ударов. Ходят, блядь, в воздух. Он меня задел. О, с этого сейчас дух дохуя дадут.
Да сука! Да я ебу, блядь, как драться с ним, если герой бьет, блядь, в противоположную сторону от его конечности? Класс, с него даже, блядь, камни не дали. Здесь можно было пропрыгать. Интересно. Не, по-моему, нельзя. Ладно, чё там, где я, блядь? Балкон с видом на говно. Ой, чего буря-то? Ребята, блядь. Ебать, чья-то голова. Так, что здесь у нас? Какой-то пиздец. Правильно? Блять. Блять, скелетон. Блять, тут скелеты. Блять, ну они восстанавливаются. Идите в пизду. Делать мне нехуй, как, блять, бегать вас и добивать. Спасибо. Золотая стрела. Ай. Как на самый верх забраться? Или я только что оттуда пришел? Че, блядь? Нет, вот... Там же лут был. Как туда попасть? Ебать. Там дракон где-то спал.
Какие-то челы. Ты кто, блядь? Бля, вот типы со щитами. Будут проблемой. Он подойдет к краю. Прям к самому. Блять. Блять, не то. А не тут был? Братан. Нихуя. Работаешь. Это вниз уже. О, у него два меча. У него какой-то сильный. Так, там страж древа и босс, да? А как туда попасть? Ой, блядь, это мне через низ надо вот так проходить. Ай, блядь. Я могу вниз упасть? Но я думаю, я и так туда попаду. Блять, может, со щитом? То у меня что-то, блядь, уже хило не осталось. Так намного легче. А туда как?
рыцарь изгнанника. Блять, очень много здесь мест, в которые я не могу попасть сразу. Наверное. Или могу, я просто не видел. Захожу. Блять, ну как будто здесь сейчас будет какой-то жесткий махач. Блять. Сука, у меня 5 хилок. Перегруз? Схуя ли это? Блять! Где оно? Да где это око ебаное? Я умер? Да, пиздец, блядь. Какой изи босс, нахуй. У меня, блядь, перевес ебучий. Оно так было близко всегда. Дай зайти! Кучи сын, блядь. А, я не могу зайти? Вот это да. Это приколдесный приколдес. А тут я могу зайти? Блять, больно. Ну давайте, блять. Попытка номер ту. Он уже во вторую фазу перешел. А, ну да. Так, надо от толстяка избавиться. Не понял.
Next level, блядь. Ебать, мой бред. Next level босс. Типа вот вам ХП, но сам босс будет возрождаться бесконечно, пока ХП не пропадет. Еще один костер. Проход дальше. Ну, блядь, шнур внезапно такой короткий стал. Ох, ёпта. О! Что тут нихуя не понятно? Блять, чуть не ёбнулся. А, ну это тот же самый ход, да? Только с этой стороны. Да, похоже на то. Блять, невозможно с щитом играть, когда медленно стамина восстанавливается. Как это пиздец. Собака?
старый клык. Старая хуйта. Блять. Блять. Достойно. Туда в самый низ я, очевидно, не могу упасть. Так, ты что зачудил? Привет. Пока. Какой-то лох, блядь. Седьмой кузнечный камень. Блядь. Наебали. Братан, удачи. Спишемся. Опа. Полетел, блядь. Что, тут можно прыгнуть? Нет, нельзя. Так, тут что такое? Стена тумана. Два, блядь, ключа, нихуя. Куда едем? Здесь был? Вроде нет. У меня еще там другая дорога есть, блядь, в другое какое-то место. А тут же, по-моему, была дверь куда-то, да? Вот она.
Блять, охуенная дверь. Ладно. Туда я упасть, очевидно, не могу. Истребитель, блядь. Бля, ебать тут ходов, я в ахуе. Это пес. Тут, блядь, что еще? Рыцарь горнила. Ну-го. Раз на раз. А как это вышло? Странно. Блять, и тут куда-то проход. Да вы ёбнулись. Тут еще один костер. Ой, блять. Куда идти, блять? Кто смеется, блять? Надо присесть. Блять, орлы. Лу. Срезал нахуй. Чё, блять, мне предлагают до него бежать? Лифт. А тут повсюду эти орлы ебаные, которые будут меня заебывать, да? Прикольно. Да блять, попади в него своей иголкой, сука. Пиздец. Что такое дебил? Блять, там лестница была. Ладно, пол. Уже поздно. Их две. Они всегда попадают. Неожиданно. Блять.
звезду. Да я ебал, блядь, с ними драться. Пизду. Они, блядь, летают. По ним хуй попадешь еще. Ой, блядь. У него пол хп, блядь. Все. Странно, блядь. Почему у него, блядь, 1/10 хп была? Открытое что-то. Ух, семь. А, мне нельзя фласки. Ну, сейчас будет. Да не буду я с вами драться, блядь, мне похуй. Да и вы ёбнутые! Отъебитесь от меня! Ебать вас много! Что вы от меня хотите, блядь? У меня нет зерна! И хлеба, блядь, тоже нет! Сыновья дерьма ебаного, а? Оп. Оп. Оба. Что здесь? Блять, у меня такая длинная пага, а почему, блядь, не достает нихуя никогда? Не, ну тут я... Без щита, конечно. Красиво, блядь. Без щита я тут, блядь, не справлюсь. Лифт. Сундук. Блядь, это сундуки. А я, блядь, знал. Драконий башенный щит. 169. 77 плюс 21.
тут 70 изначально, тут 69. Ну нет смысла. Куда едем? Рыцарь. Опа. Может, не надо? Ебать, ты их раскидал. Оп. Это весь урон был? Ты что, взлетишь? Да ты шутишь. Бля, братан, ты не смог. Мне очень жаль. Куда иду, блядь? Я уже забыл ходы, которые и там были. Придется, блядь, заново всю локацию пробегать. А, я знаю, где я. Ясно. Понятно. Ты что, блядь, в пространстве потерялся? Сундук не проебал, однако. Походу, мой новый сет. Ну, я надеялся. Так, что за сет драконий? Тяжелый? А, он легкий. Два раза легче. Шлем близнеца. Я такой находил. А, это этого. Выглядит, конечно, как говно. Но если его поменять, возможно, он нормально будет выглядеть. Куда это я приехал? А.
Бля, прикольно, конечно, но вот этот рог на башке и просто кольчуга. Это прикольно. Доспех близнеца это 5, 8, 9, 9, 9, 12 баланса. 9 баланса. Бля, вот так прикольно выглядит. Тогда мне не придется вот эту хуйню носить. Можно еще и доспех поменять. Хотя мне тут доспех нравится, вот этот. Бля, ну это все равно как-то. Так, тут все получается, да? Да. Подъемник у драконьего храма. Это где нахуй? Алтарь драконьего храма. Драконий храм, блядь. Так, здесь я с боссами дрался, да? И пошел я налево, а не направо. А тут что? Тут костер. Еще один. И что, блядь? Тут же нихуя нет. Или я должен был вот с этого, вот с этой хуйни сюда прыгнуть? А там чел какой-то стоит. Блять, похоже на то. Тут типа костер. Тут мне что-то как-то пидорасит жестко. Или это что-то лагает? Подъемник. Так. Да, вот сюда мне надо еще пойти. Ебать. А еще. Бля, еще там можно было забраться. Так, тут я был, и обратно я никак не вернусь, да, походу. Тогда мне не сюда. Можно было по этой хуйне забраться, блять, по какой-то упавшему столбу. Только где это было, блять, хуй вот сейчас поймешь. Вон туда можно было пробежать. Ой. Пиздец. Да иди в пизду. Попробую вас тут, блядь, всех убей. Я побежал вон туда, да? И вон даже что-то не забрал еще. Какой-то статуи можно было... По столбу какому-то можно было забраться куда-то. Я побежал вот сюда. Даже что-то не забрал. Я был. Вот сюда я побежал.
вверх. Тут чел. Вот сюда я побежал. Тут был рыцарь. Восстанавливаем картину произошедшего. Тут хуипстер был. Бежали. А где, блядь, по столбу можно было куда-то залезть? Это вот это? Да нет, там прям был столб. Он висел в воздухе. Так, это какая-то... Это какая-то хуйня. Я сейчас сюда прыгну, я там уже был. Или это там наверху можно было по столбу забраться? Да, вот. Вот. Да пошел ты в пизду. Нормально крутишься. Так, там внизу. Так, а вон оттуда, походу, можно туда попасть, или мне кажется. Тут нихуя нету, типа, или что? Классно. Или я могу вон туда прыгнуть? Бля, ну судя по всему могу, но... Или мне вон через ту хуйню надо пробраться. Там подняться. Звучит правдоподобно. Угу. Ну или нет. Так я здесь был, блядь. Это самое начало Локи. Какого хуя? Блять, ну судя по всему, мне вон туда надо. Ну, видимо. Так. На столб я забирался.
Что я там нашел? Нихуя я там не нашел. А куда мне тогда дальше? А, так тут нихуя нету, блядь. Так, на тире понял. А если по кирпичикам на второй этаж? Подъемник драконьего храма. Че, ну хули тебе надо? Ебланоид. Так, подъемник. Так, блядь, что? Как? Куда? Кого? Что-то я не очень понимаю. А, вот, вот сюда мне надо идти. Ты забыл. Точно сюда, блядь? Мне на мост вроде надо было. И тут скелеты еще ебаные. Ну, повелитель пизданулый. Не, ну со скелетами драться я точно не хочу. И собака бежит за мной. Но мне точно сюда. Стопудово. Потому что больше тени нигде нет. Васенчик. Ментуга. Там дракон. Тут уебаны. Так, мне походу направо. О, ебать, желтый. Заклинание. Блять, дракон. Я хочу с ним драться. Это ваншот? Ну а какого хуя это ваншот, блядь? Это же обычный дракон, блядь, даже не босс. Почему ваншот, блядь? Ох.
Хуя! Это next level дракона, блядь. Ну один удар, блядь. Мелкий камешек. Мелкий камешек, блядь. Там еще один дракон. Что-то меня наебывают с этими драконами. Жестко и конкретно, блядь, я просто время трачу. Это же дракон, блядь, с него должно что-то упасть. Или возле него должно быть что-то лежать. Почему обесценивают, блядь, драконов? Я там был? Это не самое начало игры? Ой, не игры, блядь. Локации. Ну вот опять дракон. За него опять нихуя не дадут. Опять 21 тысячу. Или я могу на него просто хуй забить? Интересно вот это. А он вообще спит, ему вообще похуй. Ага. Он проснулся? Лестница. Куда? Мне наверх, а лестница куда, если я вниз прыгну? Или я там был уже? Хуй пойми с этими данжами ебаными. Лестница вниз. Не, я не буду прыгать. Мне походу сюда. Или нет? Или нет? Или это одна и та же дорога? Блять, ну охуенно, и что дальше? Вниз прыгать? А это надежно? А нет, вот тут есть... Специально для таких, как я, блядь. Платформа. Так, скелетончики. Там есть проход, блядь. Но я бы желал найти костер. И потом уже всю эту хуйню проходить. Так, стоять, нахуй. Я здесь был. Это, блядь, какого хуя? Ой, блядь. Так это же вообще начало-начал, блядь. Ох, ёбан. О, кстати, я вот в эту дырку не прыгал. Может, не зря я упал? Да, походу я не зря упал. Я вот здесь вот не исследовал нихуя. Можно вниз вот ёбнуться. Ебать.
Вот еще есть вот сюда проходик. Тоже скелет стоит. Просто скелет. Нет, вот сюда можно залезть. А вот и лестница. Конечно, не надо. Ага, засада. А, блядь. Вам и не угнаться за мной. Так, я опять оказался здесь же. Ага. Да и он туда пошел. Так, а тут мне предлагают вот сюда прыгнуть, да? Где это я? Так, рыцарь. Бля, прикольные пируэты, но вот если самому начать такое исполнять, то... Конечно, ты просто пизды получишь. Есть. Маг огня, блядь. Я, бля, я догадываюсь, где это. И что вот тот костер, который я нашел. Ой. Враг сверх людей за зуб. Да, и вон этот костер, блядь. Бла-бла-бла, нахуй. Ну и все. Получается. Только получается, что, блядь, мне надо было там наверху остаться. Блядь. Ох. Да, и тут босс. Вон оно как по науке-то проходится, блядь. А я куда-то убежал, хуй знает куда, блядь. Только я все равно не понимаю... Не, ну я... Блядь, куда идти вообще? Как вот туда попасть? На этот мост. А, тут есть спуск. А, ну это тот же самый спуск. Вы, мать свою, покидаешься. Ай, сучара, блядь. Сейчас я только кое-что проверю. Оп.
Блять, я опять заблудился. С какого хуя? А как я наверх тогда поднялся? А, блядь. Вот тут лифт. Ну и чё, блядь, со мной поедешь? Ушёл нахуй. Да. А, блядь. Мне он туда, наверх, блядь. Ебать. Опять в какие-то, блядь, дебри залез. Интересно, что он там. Где там был? Ай. Больно же, сука. Нет, тут не было. Однако. Мне что, блядь, предлагают отсюда туда сигануть? Что-то скрытое или меня... Костер? Да иди нахуй, блядь. Я был уже возле этого костра. Так, блядь, куда телепортироваться-то? Вот он. Подъемник. Все, нахуй, я думаю. Надо на сегодня заканчивать. Ну, я так не думаю. Просто надо идти. Все. Я пошел. Давай, Пашок, удачи тебе. За тебя.